Сегодня в одном из отечественных храмов искусства прошла выставка, которая позволила познакомиться горожанам с творчеством выдающихся казахских художников, а также историческими артефактами. Все это было приурочено ко Дню культуры Республики Казахстан в Кыргызстане. На церемонии открытия выставки выступили работники сферы искусства двух стран, а также министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев. Қырғыз ұлттық көркем сүрет музейінде на Қазақстандың тарихын шағылдырған, басқан жолын шағылдырған археологиялық чоң көргізме өтіп отыр. На выставке были представлены коллекции государственных музеев Республики Казахстан. Казахские деятели культуры привезли более 70 археологических артефактов, которые отражают различные стороны и аспекты культурных традиций кочевников. Из Государственного музея искусств Казахской Республики мы привезли великие картины самых интересных художников. Всего количество картин составляет 28 живописных работ и 8 скульптур. И постарались отразить все этапы развития нашей страны. А также зрителям выставки был представлен «Золотой человек» – самое известное археологическое открытие Казахстана. Все эти культурные богатства, безусловно, несут в себе историю братского народа, говорят о самых значимых темах бытия, идеи и основные тенденции. Тем не менее, в своей концепции мы постарались отразить все этапы развития нашего искусства. Если была бы возможность, мы могли бы, конечно, привести и 100 работ, и 150 работ, но мы посчитали, у нас было не очень предоставлено большое помещение, поэтому мы привезли всего вот такое небольшое количество. Я думаю, что если это первый, может быть, такой опыт взаимодействия за те перерыв, который произошел в наших культурных взаимосвязях, то, может быть, в дальнейшем мы будем привозить более пространные, более многочисленные выставки. Потому что я думаю, что такие контакты, они помогают развитию. Кыргызско-казахские народы имеют схожесть в культуре и в традициях. Именно эта связь прослеживалась в каждой представленной коллекции. Культура и искусство укрепляют дружбу и связь двух народов. Мы с давних времен являемся братскими народами, и пусть наша дружба крепчает с каждым днем сильнее. И сегодня мы с большой радостью встречаем наших гостей здесь. Отметим, что выставка изобразительного искусства продлится до 14 октября. Салима Дюшимбекова, Келдебек Уанбеков, СТВ, город Бишкек.